хорошо. Я на костей уеду. А. В принципе, никто не против, если надо переносить. Я уеду в ласточек. У нас есть такая сумка, но это не... У них сама, у самих хорошая сумка. Саш, ты? Привет. Господи, я только что... рада слушать. Ну, она только сказала, что вам дали в смысле это самое все. Ну, ладно. Ну, вот я только что села в машину, меня встретила. Я только что доехала, набираю Сашке и Пашке смс, что доехала. Саш, спасибо большое тебе. Ага, все, большое-большое спасибо. Все, я сохраню. Да. Умница, да. Ага, хорошо. Ну ладно. Ну, и не будь больше вороной. Слышишь ты меня? Метро не спать и не это, не зевать. Все, давай. Давай, пока. Пока, поговорим. Ага, спасибо. Я Зюгану письмо написала, он его передал лично. По поводу крыши. Он уже дал, он дал уже смоленскому депутату, уже как-то сказал, что он не 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 Да не заметил, что заморгал.